Друзья, мир всем. В хозяйстве бывает такое, что, например, те же козы, вот как у нас, бывает одна родит трех, другая двух, а третья вообще одного. Вот. И как сделать, помочь этим козам так, чтобы вот все-таки у нее две доечки, вымя небольшое, а целых три козленка, а нужно вырастить всех. Вот, поэтому мы, люди, иногда прибегаем, мы это называем контрабанда деревенская. Значит, вот такой штуки. Подсаживаем других козлят от другого помета, где их много. Например, к той козе, у которой всего лишь один козленок. Вот сейчас посмотрим, как это делается. А вымя-то пустое, уже кто-то выпил его. У нее один козленок, и тот, видать, это прошарил тему, скажет, что это я оставляю, это постоянно много, надо пить, наверное. Все, это козочка маленькая. Бьется, а вымя-то пустое, ничего нету уже. О-хо-хо. Ну ладно, хоть немножко поела, а так до этого было, что вымя большое, и она очень сильно много наедалась. Поэтому, слава богу. У нас стрелка, единорог. Осталось с одним рогом. Любители овса. Все, моя холесенькая. Смотри, как она. Иди сюда, маленькая. Готова все пальцы мои облизать, да? Холеся, ушастая. Ну ладно, ничего. Кушай сено, значит, уже вон какая большая. Ну все, пока.